Галогеновая лампа загорается в электрическом поле. Похожие опыты проводил Никола Тесла, ученый, чье имя обросло мифами. Хотя на самом деле никакой магии здесь нет, чистая наука. Зрители — около 30 школьников. Это целый музей. Каждый экспонат в нем наглядно показывает природу какого-нибудь явления или действия закона физики, как формируется смерч или торнадо, как действуют различные рычаги и маятники. В химической лаборатории тоже никакой магии, хотя опыты выглядят зрелищно. Раз, два, три! Ого-го, смотрите, сколько у нас получилось тумана! Появился ребенок в семье, и захотелось как-то именно что-то для детей делать хорошее. Музей основан на том, что мы познаем науку, получая какие-то знания, не просто скучно, занудно, как на уроках, а играючи, трогая все руками, крутя, вертя, смотря зрелище и в то же время узнавая, кто, что и откуда. Семиклассница Юлия считает себя любознательным человеком, любит читать книги, сайты о животных. Часто школьные задания подталкивают узнать что-то сверх программы, поэтому такой музей ей нравится. Все понравилось, все, что есть. Это бесплатная экскурсия в рамках стартовавшего в Анапе предновогоднего марафона «Добрых дел». Идея проста – дарить подарки тем, кто в них больше всего нуждается, по возможности выходя за рамки стандартных посиделок с чаем и печеньем. Это уже избито и надоело, а тут это зрелищно. Во-первых, это поучительно и научительно. Ну, то есть это и полезно, и законы физики. Организаторы говорят, что акция только начинается. В городе есть неравнодушные предприниматели, которые готовы принять в ней участие, даря праздничное настроение в канун Нового года.